Здравствуйте. Нам нужно получить информацию по КУСПу. 10 числа было заявление. Талон уведомления есть у вас? Ну, в том-то и дело, если был талон, бы не было никаких вопросов. Смотрите, проверку проводили участковые уполномоченные, там принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. Это вот то, что у меня в компьютере отмечено. Ну, номер КУСПа там можете сказать? Да, конечно. 320-71. 320? 71. На листочке можете написать? Так, и примите заявление об ознакомлении с материалами проверки. Устное обращение будет. Устное? Да. Я продиктую. Написать не хотите? Не хочу. Почему? У меня рука занята. Зачем делать то, что можно не делать? Ну, не делать много чего можно. Например, не снимать меня на камеру. Вы можете не пререкаться, а сделать по-быстренькому, мы уйдем. Потом, да? Обязательно. Вы много вопросов задаете не по делу. Много вопросов? Да. Вы ошибаетесь. Как раз по делу и задаю. Вы не пререкайтесь, просто примите обращение, да и все. Тоже язык за зубами не держится. Ну, это я заметил. Вы же со мной разговариваете, правильно? Я с вами не разговаривал, это вы начали разговаривать. Вы молча не можете мне это все сказать, правильно? Вы со мной разговариваете. Я вам отвечаю на ваши вопросы. Вам же стало интересно, почему я не могу писать? Ваше обращение на ознакомление зарегистрировано. Ну и все это на словах. А что еще? Талон уведомления выписывается при письменном заявлении. Талон выдайте, пожалуйста. При письменном заявлении дает талон выписывается. Представьтесь, кто вы? Я дежурный Бойко Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, вам инструкция известна по делу производства у вас здесь внутри? Я вам номер также запишу. Ну и вот с человеком общайтесь. А он кто? Я представитель. Представитель мой. Представитель кого? Доверителя, который перед вами. А? Бумага на его представление есть? Что вам еще нужно, кроме бумаги? Вот вам на говорит. Скажу, почему я должен вам верить, что вы... Вам сейчас только что данный гражданин показал на меня рукой и сказал, что я являюсь его представителем. Что это непонятного? Это мой представитель сейчас. Услышали? Жест руки увидели? Значит, талончик, пожалуйста, выдайте о принятии обращения. Хорошо. Прекрасно. Ждем. Лыбу-то не давите. Вы со мной не надо. Да, я говорю, лыбу давить не надо. Талоны они не выдают. 676. Это вам талон? Угу. Внизу, где галочка, у вас подпись. Подожди, я прочитаю сначала, что они вам дают. Так, ознакомление с материалами проверки. КУСП. 320-71. Угу. Так все-таки талоны выдаются или нет? Я вам объяснил, почему я это сделал. Но у вас камера, не хочется с вами покупать. А это вы боитесь камеру или что? Я хочу вам контент сделать, понимаете? Угу. Так вы сейчас его все равно сделаете. Пожалуйста, распечатайте то обращение, которое вы запрокатолировали. Для ознакомления и написания, что с моих слов записано верно, мною прочитано. Повторите еще раз, я не понял. Не понял, что суть повышала. Мы сейчас сделали устное обращение, вы его запрокатолировали. Зарегистрировал. Но вы как минимум должны его сначала зафиксировать на бумаге. Регистрация это и есть регистрация. Почему с протоколирования? Какой протокол? Предоставьте, пожалуйста, текст того сообщения, которое вы приняли, для того, чтобы мы с ним ознакомились и расписались. А где вы будете расписываться? Ну, в вашем протоколе, который вы приняли. Я протокол не принимал. Ну, так как вы приняли тогда? Я зарегистрировал устное обращение. Ну, вы же его как-то записали? Или в голове? Как-то записал, правильно. Ну, значит, мы должны расписаться, мы должны ознакомиться с содержанием, сказать, что там, допустим, все нормально проверить, либо что-то дописать, замечание, дополнение.
Что нет? Не должны сейчас вы это делать. Так что вы приняли? Устное ваше обращение. Ну, прочитайте его хотя бы тогда. Просит ознакомить с материалом проверки КУС номер такой-то, от такого-то числа. Все. Руководитель отдела распишет это обращение. Исполнителю исполнитель свяжется с гражданином Александровым и вызовет его на ознакомление. Просит ознакомить с материалом проверки 320-71 от 10 декабря 2023 года. По заявлению о совершении преступления. Допишите. Зачем? Ну, потому что мы хотим именно в таком виде подать. Это не происшествие. Не изменится от этого. Это не вам решать. Почему нет? Потому что в данном случае рассматривается в рамках УПК. Еще разок. Обращение по факту телесных повреждений, все правильно, оно рассматривается в порядке УПК. Пожалуйста, сделайте, как вас попросили. Что сделать? Допишите, что этот КУС по факту заявления о совершении преступления. Я дежурный, я это обращение регистрировал. Я бы как посчитал нужным его зарегистрировать, я так и сделал. А мы считаем нужно, что наше заявление должно быть принято в том виде, в котором мы хотим. Вы можете обратиться в специальные инстанции. Хорошо, пишите заявление на себе. О чем хотите сообщить? Жалоба на вас, ваши данные, пишите о том, что вы отказываетесь принимать обращение в том виде, в котором подано заявителем. Также отказываетесь ознакомить с содержанием данного заявления. Так, жалоба на оперативного дежурного отдела полиции номер 3, Бойко АН. Еще раз, в чем суть? Значит, первый момент. То, что вы отказываетесь принимать обращение гражданина в объеме, который вам сообщили. То есть дословно фиксировать наше обращение. За отказ принять обращение гражданина в объеме, в котором сообщили, то есть дословно зафиксировать обращение. Да, можете дописать конкретную фразу, о которой идет речь. То есть по КУСПу по заявлению о совершении преступления. То есть по заявлению о совершении преступления. Прямо в кавычки можете взять. Что мы попросили вас дописать? Написал. Так, также вы отказываетесь ознакомить с содержанием принятого обращения. Написал. Так, ну все на этом. Вам тоже талон выписать, правильно? Конечно. Вам талон. Внизу прилагалась подпись от вас. Почему вы каждый раз спрашиваете, заполнять талон или нет? А почему не спросить? Вы не знаете свои должностные обязанности? А спрос это что, нарушение какое-то? Ну, я это расцениваю как издевательство. А, ну, расценивать вы, конечно, можете, как вам хочется. А, примите у меня заявление. Устное сообщение, правильно? Ну, устное сообщение, это и есть заявление. Да, на бумаге пишет. О чем сообщение? О некорректном поведении. Ваше некорректное поведение выразилось в том, что вы ерничаете. Постоянно задаете вопросы относительно ваших обязанностей по регистрации обращений. Имеется видеофиксация, по запросу предоставлю. Также эта видеозапись будет обнародована в сети интернет. Дадим оценку вашей работе. Спрашивать будете сейчас про талон или нет? Бойко. Да, дойдет до этого. Бойко. Бойко, да. Как имя, отчество забыл? Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, будете спрашивать? Да, секунду.
Давайте подождем. Вы сказали также, куда будете видео выкладывать? Я не говорю, что я буду выкладывать. Я сказал, что с видео можно будет ознакомиться в сети интернет. Ссылочку руководству сброшу, не переживайте. Если дадите ваши контакты, и вам скину. Талон вам, наверное, выписать, правильно? То есть вы продолжаете все равно этим заниматься, да? То есть вас ничего не пугает? Даже вот непосредственно замечание на ваше некорректное поведение все равно... Конкретно это почему меня должно пугать? Потому что вы ведете себя некорректно. Ну это вы так же. Вы обязаны талон в любом случае выдавать. Потому что у гражданина должно быть доказательство принятия от него обращения, неважно, устное это или письменное. В момент обращения вы должны зарегистрировать и выдать талон. И меня это должно пугать? Я не говорю, что вас должно пугать, не должно пугать. Вы должны себя корректно вести. Вы сказали, вас это не пугает. Но вас конкретно это не пугает. Вас не пугает то, что вы можете потерять свою должность. Вот это вас не пугает. Вы тут все уверовали. Из-за этого я потеряю свою должность. Ну вот ваш коллега сидит, он как бы недавно точно так же говорил. Так. Ну, сейчас так. Сидит, молчит вроде. Потерял свою должность? А? Потерял свою должность? Ну, еще не время. Начнем с верхов. Сначала Чухарев ваш потеряет должность, а потом вы. Или вы думаете, он вас всегда будет покрывать? Сейчас его уберем, остальное придет начальник вышестоящий, который будет над вами. Он вас научит родину любить и служить по закону. Ты можешь не морщиться. Вы же сами себя ведете не совсем корректно, вот когда так говорите. Серьезно, что ли? Да. Вот ты ведешь себя некорректно, понимаешь? Вы, вот видите, вы еще и на «ты» переходите. Ну потому что ты мне в сыновья годишься. Какая разница? Ну большая разница. Гордись тем, что я к тебе на «ты» обращаюсь, как к сынку, понимаешь? Тоже корректно необходимо общаться с людьми. Потому что не надо передо мной играть вот этот спектакль, тут улыбки растягивать и спрашивать мне глупые вопросы. Спектакль, если вы ко мне приходите и вот этим занимаетесь, как? Почему? Что значит к тебе я прихожу? Я прихожу в отдел полиции. Вот когда тебе домой придут, тогда ты будешь говорить, что я к тебе прихожу. Я тебя не знал и знать не хочу. Веди себя корректно. Снимать тогда зачем меня? А что, мне снимать нельзя? Память меня хотите оставить. Говорю, снимать нельзя или что, в чем проблема? Можно, потому что вы говорите, что не хотите знать меня, но почему-то снимаете на видео. Лично ты мне не интересен, я фиксирую данное событие. Факт обращения и фиксация именно содержания обращения. Потому что ты, конкретно ты, не выдаешь письменное согласование того обращения, которое мы сделали. Только ты это делаешь, другие сотрудники делают как положено. В том числе в вашем отделе. То, что там на компьютере набил, распечатают и дают листочек на ознакомление. У тебя какая-то особая, наверное, инструкция? Видимо, да. Ну, посмотрим, как Чухарев будет краснеть за тебя. Ему же придется отдуваться за тебя. И извиняться за тебя придется официально, понимаешь? А где он это будет делать? Как где? Ну, увидишь скоро. Хорошо. Под видеозапись будет это делать. Сомневаешься? Хочешь поспорим? Сейчас сомневаюсь. Хочешь поспорим? Я не спорю. И за Панфилова будет извиняться. И за себя будет извиняться. И за тебя будет извиняться. Потому что у меня другого пути-то нету. Но если хочет продолжить дальше здесь работать. Вы сами же его подставляете. Вон. Ну, я думаю, он после вот этого видео проведет с вами ликбез, лично с тобою. Как нужно встречать гражданина? Держите, вон талон. От вас внизу, где галочка, подпись. Сейчас. Что тут у нас? Что тут у нас? Сообщение о некорректном поведении. Ну, вот,
Тут вам плюсик ставлю, что вы хоть более-менее содержание пишете нормальное. Потому что некоторые ваши коллеги толком даже не фиксируют. Так, теперь у меня будет заявление. Запишите меня на прием к вашему начальнику ОП номер 3, Николаю Валерьевичу Чухареву. Я знаю, что у него в этом месяце только один раз прием. Ну ничего страшного. Расскажу про вас. Про ваше поведение. Ну и по другим вопросам. Какое там число, я просто уже не помню. Там 29-го, по-моему, Панфиловой, а у него поранее. 11-го или какого он, у него числа? Не могу вам сказать. Где у вас график висит на январь? График на январь вывесили, нет? По-моему, нет. Сегодня смотрел, не было. Вывесите график на январь. Я на сайте смотрел. Посмотрите, пожалуйста, на какое число у него там запись. Я точно не помню, по-моему, на 11-е. Помню 29-е и 11-е. 29-е запомнил, потому что Панфилова. Придем официально у Панфиловой брать извинения. 11 января прием, да? Хорошо, вас, ну, на сколько вы меня запишете или там как? С 17 до 20 прием, в любое время, в это время подходите. Ну, обычно записывают нас на конкретное время, когда не в живой очереди, а когда по записи. Ну, давайте на 17 часов запишите тогда. Запишите меня и моего доверителя. Александров? Да. Ну, там неважно, если я приду один, значит, я приду с доверенностью. Если нет, то, значит, мы вместе придем. Ну, чтобы как бы вопросов не было лишних, почему там со мной кто-то еще, там, и тому подобное. А то Чухарев тоже тут двояко трактуют закон о персональных данных и так далее. Там в талончике на всякий случай черканите на 17.00, чтобы как бы запомнить. Желает записаться на прием. Не желает, а записываюсь на прием. Запись. И последнее наше сейчас заявление будет. Заявление об отмене постановления об отказе возбуждения уголовного дела по КУСПу номер 320-71. Наше обращение вы сейчас запротоколируете и передайте по подведомственности, то есть тому должностному лицу, кто отвечает за отмену данного постановления. Я так понимаю, что это будет прокуратура. Правильно понимаю, по КУСПу, который вот... Да-да, 320-71. То есть просим отменить данное постановление, поскольку сведения, которые были поданы, достаточны для возбуждения уголовного дела по статье 119 УК, статье 115 УК, и по статье 111 УК через 30 статью, то есть покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тяжкое преступление. Вам талон. Сообщение на отмену постановления об... Так, ага. А допишите, пожалуйста, еще... В заявлении на Чухарева, правильно? Я все время его путаю там. Что предмет общения, который будет, вот по этому КУСПу. Чтобы у него материалы дела были с собой. Материалы проверки. Чтобы подготовился, скажем так, к общению с гражданами. А то начнет тут свой спектакль. Приходите потом, я не готов.
Это получается с 10 числа. С 9 на 10 ночи. Ну да, ну будем брать 10 числа было подано заявление, условно говоря. 20. Ну, практически месяц. Месяц. А медэкспертизу мне отправили числа на 15. Здесь вопрос в том, что есть очевидные основания для возбуждения уголовного дела. Просто наплевать на УПК. Там сказано, в течение 3 суток должны возбудить. В исключительных случаях до 10 суток может проверка продлена. Uh-huh. И только уже с разрешения прокурора на 1 месяц можно продлить. Uh-huh. А тут он месяц прошел. То есть идет систематическое нарушение вообще порядка рассмотрения заявления о совершении преступления. Меня вот тоже удивляет, что все по фактам. Какие здесь улики нужны? Uh-huh. Здесь вот все конкретно. Даже нож изъяли. Еще что-нибудь хотели? Да вроде все. Вроде все. Вы мне скажите, вы смотрите мой YouTube-канал, нет? Нет. Не смотрите? Тогда Константину передайте, там вышла новая серия. Он любитель посмотреть. Прям на рабочем месте, прям с 6 утра отслеживает, как только ролик выкладывается. Передам. Все. Всего хорошего. До свидания. Ну все, тогда на сегодня пока все.